женщинам на этой земле, я имею в виду в первую очередь, конечно же, наших мам. Досталось им за годы наших боевых странствий. Да, наш русский солдат воевать умеет, воюет так, не дай бог больше никому. Да, но, знаете, воевать все-таки гораздо проще, чем ждать, сидеть, стареть. И очень много было случаев, когда сначала матери привозили погибшего сына, а буквально через 3-4 дня приходило запоздавшее письмо. Здравствуй, мама, у меня все нормально. Письмо к матери. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность, мы не вправе их забыть.